Валентина Ткаченко – волонтерка, активістка, мама чотирьох дітей. Займається благодійністю, допомагає дітлахам зі складною долею. Голова правління благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина, доброго ранку. Дякую, що завітали. В Миколаєві стартували акції «Відчуй себе чарівником». Вже не в перший раз, і тут, хто ще не знайом, той, хто ще не знає, про що йде мова, у вас є змога зараз розповісти, познайомити нашого глядача більш детальніше з цим. Ну, изначально, так как дети и прямое направление нашего фонда – это культурное направление, угу. Все знают, да, изначально мы когда-то приняли. Дети занимаются профессионально у нас вокалом хореографии, основная часть – это хореография, у нас есть свой танцзал, профессиональные тренера, и дети соцслоя приходят, профессионально обучаются, обшиваются, делают большие крупные концерты, выезжают на международные конкурсы, угу. На все украинские, мы имеем большие уже достижения на сегодняшний день, за 5 лет мы уже достигли вторые места, это достаточно высокий уровень, не просто для человека. Да, это не просто как бы даже для уровня какого-то коллектива, а даже, я считаю, для уровня всего Николаева. То есть привести Николаеву награды и стать на одну сцену с профессиональными коллективами, это значит больше, это значит дети, те, которые нам доверяют, которые к нам приходят, и родителям знают, что это не дети соцслой, это не ребенок, допустим, инвалид, это не ребенок многодетный, это маленькая звездочка, которая зарождается у нас. Мы делаем очень много акций на протяжении уже 5 лет. Мы независимо, мы ездим в реабилитационные центры, детские дома, интернаты, также по городу очень много всего. Но обратно же наше прямое направление в основном это дети, то есть как бы старики. Это душа, которая, в принципе, мы не должны забывать никогда. Сегодня мы про детей будем переважно говорить, да. Про допомогу детям. Перед нами гора листів. Что это за листы? Это листы. Каждый год мы... Не мы, а наши волшебники, это люди, которые уже на протяжении 5 лет работают с нами, принимают участие в празднике Святого Николая. Святой Николай – это что-то из сладостей, это, да, конечно, да. Это пожелание, это подарки, это осуществление мечты какого-то ребенка. К нам приходят письма. Некоторым под патронатом мы держим уже не семьи. Мы много работаем с реабилитационными центрами, мы с детскими домами. То есть как, и изначально мы охватывали разные категории, брали сначала дети, там, допустим, сироты, да, под опекунством. Mm-hmm. Дети переселенцев брали. Многодетных брали, потом брали дети инвалидов. То есть каждый год мы пытаемся чередовать разные категории, чтобы всем деткам доставалось кусочек волшебства и исполнение желаний. В этом году у нас Антоновская школа-интернат, это Новодевичий район, это очень далеко, дети нас ждут, и мы не просто приезжаем и там делаем фотоотчет, что мы там что-то привезли, мы везем полностью концертную большую программу, это едет 50 человек детей, костюмировано, это на 1.5 часа, это общение, это дарение со сцены тепла. Ну и, конечно же, в конце сладость. Те, которые передаются или приобретаются нашими волшебниками. Волшебники у нас разные. Волшебники из города Николаева. Включены еще Киев, Херсон, Одесса. Это помогает. Да. Они видят наши посты и на протяжении уже многих лет, уже еще акция не началась, мне уже в сентябре начинают писать, звонить, типа, а где же письма, а когда же мы можем выбрать для Это себя ребенка? Что я так хочу допомоги, что вы сегодня зібрали дуже багато листів. Мы зачитаємо, да, деякі з них. А взагалі, що потребують діти, що просять діти? Знаете, имея своих как бы четверых, да, детей, и общаюсь очень много с разными детьми, я просто замечаю менталитет, что наши дети очень много, у кого есть нормальные семьи, да, ну, средний достаток, они очень мало в чем-то заинтересованы. Они что хотят? Планшеты, гаджеты. Абсолютно. То есть, и это начинается истерика, что если не эта модель, то уже все, да. А у кого краще, там, да, ты, да, айфон, да. Я не хочу быть хуже, а если это подростки, да. То у них амбиции играют. Когда начинаешь читать письма детей, письма семьи, которые приносят, ты понимаешь, что у ребенка нету постели, мечи, мишки, куклы, светильники. Ну, элементарные вещи бытового плана в основном. Потому что, в принципе, они либо это не могут себе позволить, либо просто это, ну, для них... Это просто для них мечта. Как у наших детей мечтать, я не знаю, о чем-то таком. То есть, как бы, дети мечтают там о элементарных вещах. И когда они конкретно получают эти вещи, и наши волшебники подбирают и цветовую гамму, и вплоть до того, что если такая-то была игрушка, ням-ням, я помню в том году с мультика, да, вот ребенок очень сильно хотел. Я не знаю, они перерыли весь интернет, они нашли на
иностранном сайте, заказали, игрушка шла полтора месяца, но она успела, она пришла, то есть, и это было восторг у ребенка, потому что он получил то, что он хотел. Угу. Вот это, я считаю, действительно достойно уважения. То есть, что-то от себя подарить, и не просто там дать какие-то деньги, да, положить там, о, там у вас там какой-то благотворительный взнос, другого, да, значит, я там положу там 200-300 гривен, там, да, и все, да. То есть, человек это не прочувствует. Прочувствует в том, что когда ты прочитаешь письмо, ты из всех писем выберешь именно своего ребенка. Пойдешь по магазинам, начнешь выбирать то, что он хочет. И каждый раз консультируем, что дети бывают разные, бывают диабетики. Ну, они там очень разные. А можно сладости, а можно это, а как то. И когда уже потом идет большая концертная программа, и после концертной программы выходит на сцену Святой Николай, и каждому ребенку лично в руки это вручает на сцене, ребенок себя чувствует, я не знаю, как в волшебной стране, наверное. Угу. Можно, да, зачитать деякі листи выбрать? Да, наверное, да? Бы мне даже вот хотелось, вот смотрите, вот, это лист с интерната. Угу. Это уже пишут старшеклассники. Это... Так, ну, видно, що вже такий і почерк свідомий. Так, я зачитаю лист до Миколая. Мене звати Пархоменко Паша, я навчаюся в 11 класі. Хотів би вам дуже подякувати за вашу працю. В цьому році я не прошу нічого, тому що в світі дуже багато нужденних дітей, яким потрібні ці подарунки. З одного боку, щоб не втрачати віру і вірити, що на світі є добрі люди, які допоможуть. Але, напевно, одне побажання є. Скоро зима, і нашим військовим, як ніколи, потрібна тепла куртка чи штани. Слухайте, прошу вас. Ну все. Да, ну. Так. Це просто супер, звичайно. Так. Ну і ще один лист. Здравствуйте, Святой Николай, меня зовут Владислав. Мне 19 лет, живу в Украине, в городе Николаеве, учусь в 5 классе. Я не могу це читати. Не можу. Да, я тебе хочу сказать, что такие письма их просто не прочтешь. Просто он пишет, что мама с Виктором попали в аварию, они лежат в больнице, но он помогает бабушке, он помогает сестре, он хочет, чтобы мама выздоровела, и в первую очередь он просит подарок для своей сестры, для себя. Ну, это слезы, наверное, не из-за того, что просто это жалость, а слезы того, что надо гордиться такими детьми. Такой глубокой души детей, розумієте? Просто куртку для військових, просто, щоб їх зігріли, це, ну, це просто дивовижно. Як миколаївці можуть долучитись? Як ми можемо допомогти? Як знайти, хто ще не знає, хто хоче перший раз долучитися до допомоги? Ребят, діти у нас дуже особливі, різні. Є інваліди, є сироти, є многодітні. Но это не означает, что я сейчас перечисляю эти категории, потому что я хочу надавить на жалость. Я просто объясняю, что это дети, простые дети. Это элементарные вещи, которые вы можете для них сделать, и тем более это будет открытая большая концертная программа, мы уже тем более уже знаем дату. Это будет 23 декабря, концерт «Холл Юнос». Мы дадим большую концертную программу, где потом в конце концерта дети получат подарки. Это действительно будет мега большая концерт. Наши дети делают новые номера, шьют новые костюмы. То есть они со своей стороны тоже очень сильно стараются таким детям что-то подарить. Также все волшебники и гости Николаева могут прийти посмотреть на эту концертную программу, посмотреть вообще, как проходит это волшебство на самом деле. Вы знаете, как ни странно, на протяжении многих лет мы пытались охватить определенное количество детей, но в этом году их пришло столько много. Подивитесь, сколько усилий, ну просто да, пачками они приходят и передают. И в этом году даже как бы запланируемо на 100 человек пришло больше, чем мы вообще ожидали. Детей много, и я, конечно, переживаю. И даже из Турции, даже из-за кордона написали вам лист сего року. Расскажите про это, будь ласка. Да, если вы все знаете, что у нас была девочка, да, Алена Кашпуренко, все ей собирали денежку для того, чтобы она могла выехать, и дай бог, чтобы прошла хорошо операция, и чтобы подошло до донора, выступила мама. На сегодняшний момент мы уже знаем, чтобы это все прижилось и все было хорошо, но зная, что у нас существуют настоящие волшебники, Аленочка написала письмо, передала с Турции, что она обещает маме быть послушной девочкой и выздороветь, и просит куклу, которая говорит и плачет. То есть вот такие элементарные вещи вы можете подарить любому ребенку из нашего письма. Письма выложены в интернете. Каждое письмо сфотографировано и идет под нумерацией. То есть как бы независимо ни от чего, да, если вы видите, то есть как бы внизу стоит номер. Вначале идет список просто детей и подарков, потом, и плюс на каждом письме идет номер. То есть как бы каждое письмо соответствует номеру списка. Список выставляется и обновляется каждый день для того, чтобы было видно, есть ли это бронь на ребенке или нет. Но бывают такие случаи, что от брони отказывается в последний момент. И было в том году, что практически 16 детей остались вот буквально нам выезжать через день, а дети без подарков, либо без сладостей. Потому что не всегда прикладывается сладкий подарок к основному, но дети это и сладости это вообще неразделимые вещи. Может, да, поэтому у нас и были волшебники. Но
к сожалению, их мало, детей стало больше, поэтому мы приглашаем крупные учреждения, предпринимателей, меценатов, простых людей, потому что подарки на самом деле недорогие, и вы можете выполнить любое желание ребенка и прийти, в принципе, даже его увидеть, его глаза счастья на сцене, на концерте. Дякую у нас. Вам, Валентина Ткаченко, шукайте вашу сторінку у Фейсбуці, пишіть особисто, і от ви побачите, що не наші сльози, але це щастя, що із цих маленьких діточок, які вже в дитинстві просять не за себе, а для когось, ви виросте справжнє українське покоління. От від чого сльози, від цього, від радості, ми маємо просто допомогти бути добрішими. Дякую вам, Валентина Ткаченко була у нас в гостях.